Приветствую всех на канале. Сегодня у нас очередная посылка. И в посылке у нас модуль. Давайте откроем пакетик антистатический. Вот и посмотрим, что у нас в посылке. Да, это модуль. Характеристики его стерео, двухканальный. На каждый канал по 30 Вт. Цифровой усилитель. Схема подсоединение довольно-таки простая. Значит, нам понадобятся две колонки, левая и правая. Ну и источник для сигнала. Я припаял разъемы. Этот разъем вот с этой стороны, это у нас для фото. Он такой стандартный, без проблем. Вот эти разъемы, это вытащил из других. Как бы разъем 2,5 мм, который... Но здесь больше расстояние, поэтому пришлось разобрать, сделать их как отдельные соединения, а не совместные. Ну, в принципе, от этого ухудшения не будет. Вот. Ну, усилитель готов к тому, чтобы его соединить и испытать. Собрал схему быстренько. Значит, питание подаем от карат лабораторного блока питания. Так, на выходе у нас будут колоночки самодельные. Вот, и на входе тоже самодельный MP3 плеер, собранный, распечатан на 3D принтере. Ну, в принципе, все. Давайте включать и смотреть, как будет работать усилитель. Так, я установлю напряжение 9 вольт, предельный ток 1 ампер. Поехали. Звук неплохой. Звук неплохой. Ставил максимальную громкость, очень громко. Ну, 30 ватт может и быть пиковая мощность. Пиковая мощность может быть и 30 ватт. Ну что ж, подведем итоги. Усилитель очень хороший, потому что он цифровой. И, в принципе, для цифрового усилителя такое качество звучания считается неплохим. Неплохим. Вот. И плюс, большой плюс, это цена низкая. Причем экономичность, эффективность. Тут он вообще не греется. Сколько бы я ни ставил, все холодный. Это означает высокой эффективности. Показывает даже средний звук, это где-то 20-30 миллиампер, ну, это уникальные показатели. Но, в принципе, для цифровых усилителей это характерно. Высокая эффективность, экономичность. Но для кого нужен Hi-Fi, конечно, купят намного дороже, вам несколько порядков дороже. Вот усилители, которые будут потреблять очень много. Вот. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока!